Друзья, всем привет! И мы сейчас делаем что? Ну, не то чтобы это распаковка, скорее с помощью рулетки. Рулетка обыкновенная из хозяйственного магазина. Проверяем высоту. Давление какое, я не знаю. Рабочее. Высота на этом давлении, которое мы обязательно посмотрим, 2,70 или 2,72. Всегда же найдутся люди, которые не верят тому, что написано в бумаге. Вот мы реально мерим. Точно не 2,50. Я рабочей стороной? Да, потом. Здравствуйте, друзья! Сегодня мы на выставке «Комплексная безопасность». Это международный салон. Сейчас 2021 год, и мы представляем две новые модели. Одна новая, о которой уже кое-что было известно, это Sherp 10 с модулем. Модуль мы покажем чуть позже. И новинка Sherp N, которую мы сейчас измерим. Проверим, насколько параметры, которые гуляют в сети интернет и в полуофициальных источниках, совпадают с нашей чудесной рулеткой, купленной в обычном магазине, поэтому каждый может повторить такое измерение. Ну, если быть честным, то около 4 метров с помощью ноги, точка 4, приблизительно по линии бампера. Извините за такие небольшие, так сказать, вольности, но в целом понимание о габаритах есть. Нулевая точка начала измерения находится на плоскости бампера заднего. Наверное, многие бы захотели, чтобы мы его еще и взвесили. Но мы бы забыли весы. Да. И ели мало каши. Не да. Дома, а в принципе. Но если уж будет совсем принципиально, мы подготовимся и взвесим. Итак, что мы можем, так сказать, на скорую руку померить? Можем померить высоту. Видно? 2,70. 2,72, 2,70. В общем, все зависит еще от давления, на которое накачаны колеса. Но представление есть, что высота около 2,70, 2 метра 70 сантиметров. Там люк выступает. Там люк выступает. Ты мне портишь запись. Не так верите, там люк. Ничего страшного. Люк при заезде в фуру не важен. Он останется на фуре. Но сколько там он высота? 6-7 сантиметров? Ну, понятно, что 2,70, я говорю, играть давлением, но основные параметры. Не 2,30. Ширина. Ширина 2,50, на самом деле она не 2,50, колеса-то у нас имеют свойство сжиматься при заезде в что-то жесткое. В общем, ширина, как и у Макса, и у Прошки, сделан таким образом, чтобы он соответствовал требованиям перевозки на легковом прицепе, не выходил за габарит. Лесенка. Здесь у нас специальные коврики. Сиденья в кунге установлены продольно. Здесь установлены два сиденья. И сзади есть место еще для двух. Ну, конечно, я не полностью могу выпрямиться, но этого и не требуется. Очень даже комфортно. Можно даже сидеть на бортах. При этом человек среднего роста, среднестатистического, не будет биться головой. Можно сидеть на моторном отсеке. Это когда в карты играешь? Да, конечно. Это самое важное. Достаточно широкие боковины. То есть здесь представлена комплектация спасательная. Спасательная лайт. Есть аптечка, носилки. Носилки располагаются на бортах.
двое носилок, при этом еще достаточно места для, собственно, самого экипажа. Таким вот образом можно сидеть, контролировать положение. Правое колено, я смотрю, у тебя упирается. Да, правое слегка упирается, но я не думаю, что это прям глобальная проблема. Можно сидеть вот так. Нет, и наверняка думаю, есть регу... На левом сиденье оно будет заднее люкс, правое стандарт. Потому что пересядь правое для военных санитаров, да. А левое для гражданских. Пересядь налево. Слева-то... Видишь, я говорю, слева сиденье люкс. Да. Тогда не хватает подстаканников. Можно даже вытянуть ноги. Это вообще опция, которая... Фантастическая, да. В дальней дороге не сильно достижимая на других моделях, на других вездеходах. Так, ну и, друзья, у нас еще остается место сзади вполне прилично, да? Для кучи багажа и так далее. Либо второго ряда сидений. Там есть уже закладные под еще два сиденья. Слушай, а их лицом друг к другу можно поставить? Саш. А, здесь можно поставить еще два сиденья. А лицом друг к другу их можно повернуть? Четыре болта открутил, перекрутил, будет лицом друг к другу. Ну, то есть, если мы друг к другу, будет существенно удобнее сидеть. Может быть, неудобнее ехать, но сидеть будет вполне. Руки, четырехместный салон превращается в двухместный и обратно. И наоборот. Саша, а что это по бокам вот эти серые замочки? Технологические емкости от фонари под задние, но на самом деле их можно использовать тоже под багажом. То есть там провода все, в принципе, уложены. Для обслуживания. Тяжелая класть тоже. Такие по бардачке небольшие. Своевые справа. И если мы заглянем под пол, то мы тут ничего не увидим. Я уже заглядывал. Увидим бак. Я прав? Да. Там спереди емкость большая, соответственно, 100, около 200 литров. Соответственно, стандартно примерно. То есть здесь пол уже небольшой вынимается, по центру уже под ковриком сейчас. То есть доступ есть? И над баком тоже будет емкость, сейчас вторая, где, соответственно, еще небольшая. А можно снять коврик? Если аккуратно. Если очень аккуратно, не затаптывая. Сейчас все разберем и оставим Сашу собирать. Скажем, что у нас допуска нет. Вот емкость. Бампер, оно алюминиевое, внутри силовой каркас. Достаточно вместительное. Может быть, 180 литров, может быть, даже 200. Главное, что в нее есть доступ. Доступ в нее есть, для этого не надо при установленных сидений. Не надо снимать сиденья. Причем и передние, и задние сиденья, да? А если этот люк мы открываем, здесь бензобак. Над ним тоже емкость. Стоит в этой машине. Ух ты! Да. Да, здесь бензобак, летний вентилятор или зимний. Летний. Значит, у нас не два варианта и не три получается. Да, а два варианта. Да, вариант с двумя сиденьями, вариант с четырьмя сиденьями, вариант с откидными лавками. Вообще вариант без сидячих мест, чисто грузовой. Такой достаточно интересный конструктор для конфигурирования. Вперед пойдем или еще сзади поснимаем? Пойдем, здесь уже все. Сеточки. Скажи, сеточки. Ручки, да. Ручки такие, могучие. А, вот еще про окна. На этом экземпляре стоит по одному окну сдвижные. Возможно, установка двух окон в ряд. Либо вообще без окон. Ширина в районе локтей пассажиров или просто посередине салона 2 метра 14 сантиметров. Вообще очень даже серьезно. Ширина борта. Борь, смотри сюда, пожалуйста.
лучший вариант, вот тогда вот злато низкопотолок. Ширина борта 50 сантиметров. В принципе, не очень толстый человек, если его привязать ремнями, сможет. Высота. Высота, высота. Высота 159, но у нас еще коврик Эва сантиметровый. Высота 160. Ну, очень, очень даже достойно. Ширина проема 118. Высота проема 155. Ну, за 6, которые за 6700, которые 7 макс или прошка. Сейчас макс же на конвейере. Ну, желание. Длина салона по полу. Да, моторного отсека 175. Ребята, такую можно на рыбалку взять? На рыбалку, на рыбалку можно взять все что угодно, даже сколько, танк. Сколько она такая, средней комплектации выйдет? Но эту модель только начинают выпускать, а то сейчас, то те модели, которые сейчас на конвейере, 6800, 6 миллионов 830. Ну это пока я еще не генерал, когда буду возьму. Проще рыбу купить. Итак, открываем верхнюю часть передней двери или лобовое стекло. Открываем дверь. В двери встроена лесенка. Ступеньки. Две ручки справа и слева. Заходим в салон. Наши друзья из МЧС хотели ехать на рыбалку. Но сначала решили прицениться. Приценились. Решили пока подождать пенсию с более высокими званиями. Страшно подумать, какая у них пенсия, если они могут себе позволить. Легко думать о жертве. Да, на пенсии. Так. Прям становится радостно за наши участки. Закрываем. Вот. У нас достаточно шумно снаружи. Генераторы, музыка, при этом в салоне вполне комфортно и тихо. Итак, что мы видим? Во-первых, кнопки практически все теперь располагаются продольно по левой руке водителя. Индикаторы заряда аккумуляторов. Основного и резервного, манометр, памятка по давлению в шинах и рабочие кнопки. Конечно, все можно прочесть в инструкции, но быстро пробегусь. Задний боковой свет, передняя балка световая, обогрев стекла, камера заднего вида, резервная КБ, трюмная помпа. Интересная кнопка, такой раньше не было. Подогрев топлива, тоже не было принудительного. Противотуманки, маяки, освещение двигателя, освещение кабины, обогрев салона, кондиционер. Очень много было вопросов, когда же появится кондиционер или можно его поставить на другие модели. По поводу других моделей вопрос сложный. На N-ке кондиционер устанавливается. Система управления подкачкой, стеклоочиститель, стеклоомыватели, световые приборы, аварийка, поворотники и самое интересное – это дисплей. Не знаю, включен или нет, можем попробовать похулиганить. Нейтралку я, конечно, проверю. Ручник. Можем уже похулиганить и включить.
брянские. Саш. Спасатели все хотят и хотят. А можно дисплей включить? Можно. Можно, наверное. Только надо... Ну, сначала включить массу, да. И сейчас надо включить. Это просто. А ключи здесь. Вот, ключи. А. Все, спрашивал ты исключительно из интеллигентных соображений. Я включительно что там сделаю? Чтобы не потерять. Чтобы не потеряться, все четко. Опа. Люди. То есть камера на основной дисплей выводит. Вот, так. Сейчас она нам будет мешать. Мы ее выключим. То есть включение автоматически от задней передачи или принудительно с кнопкой. Очень хорошо. Там еще есть сервисное меню, считывание ошибок. Контрольные лампочки включения кондиционера, фар, аварийки, стояночный тормоз, разряд аккумулятора, клапанов подкачки. И в меню есть дублирующая шкала манометра с обозначением режимов: грязь, снег, асфальт, вода. Вот. Измерение мы проводили при давлении 170, я это называю единицами, чтобы не говорить ММГГ, не портить людям настроение, которые не знают, что это такое. Тахометр, температура охлаждающей жидкости, нагрузка, вольтметр и уровень топлива. Значит, тахометров у нас раньше не было штатно. Вольтметр был. Нагрузки на двигатель не было. Счетчик моточасов тоже был. Звуковой сигнал. Педали. Можно нажать кнопочку и перейти в сервисное меню. Нажми вот эту кнопочку. Вот нет, это? Нет. Вот сервис меню написано. Сервис меню прям написано. А, сервис view. Да. Сервис View, то есть мы из цифры, точнее наоборот из аналога переходим в цифру и в дополнительные параметры. То есть у нас круглые приборы заменяются строчками со значениями. И их больше. Температура двигателя, давление масла, давление наддува, заряд батареи, моточасы. Это расход топлива в час. Час, да. Интересно. Температура воздуха на впуске, температура гидравлики в системе, температура масла, видимо, в двигателе, температура топлива, загрузка двигателя в процентах, ну и, собственно, скорость вращения коленчатого вала или обороты в минуту. Саша, что нам еще понажимать такое неопасного? Там ничего опасного нет. Он сделан примитивным, так, чтобы... Индикатор, диагностика, пользовательские настройки, утилиты. Индикатор прибора. Окей. Ага. Диагностика двигателя. Так, возвращаемся в меню. Пользовательские настройки мы посмотрели еще раз. Да, посмотрели. Утилиты или утилиты. Напоминатели обслуживания, системные настройки. Еще раз. Ух, ладно. Не будем выдавать военные тайны. Напоминание обслуживания. Значит. А стекло без электроподъема, да? На этой машине, да, сейчас в ближайшее время поставляется. Здесь есть обдув. Кнопку уже есть, когда обогрев. То есть стекла не ставится. То есть здесь будет и обдув, и электрообогрев. Да. Обдув стекол непосредственный. О, номер N003. Значит, напоминание по обслуживанию. То есть, я так понимаю, оно будет... Его можно настроить или будет прошито? Его можно настроить. Сменить масло двигатель, сменить фильтр, смените масло в гидравлике, обслужите двигатель, обслужить машину. Общие часы двигателя, изменения. Находим нулевое ТО 50 как раз и уже дальше закладываем, чтобы через 250 часов не забыли просто обслужить, потому что большой межсечный пробег. Ну, то есть это все можно сделать как бы на уровне заводских установок, а можно еще пользователю самому в зависимости от условий и своих предпочтений
поменять. Очень хорошо. О, это ну, режим вот ночь. Ночной режим, да. Благородная, практически черная, черная с медью. Класс, красота. Следующий вопрос, который зададут тебе, это цена. Что ты можешь сказать? Цена крайне привлекательная, но не всем по силу. Саш, скажи, какая цена будет? 9 миллионов база. А база это то, что мы видим? Нет, вы уже видите дополнительно врезанные окна, дополнительно стоят сиденья, дополнительно висят сетки. То есть база будет схожая база с базой грузовой. Макса. Да, да, база это грузовая машина с канистрами в колесах. Да. Они же никуда не денутся. Угу. А что здесь с лебедкой опции? Лебедка опция. Понятно. То есть на квадрате и вот здесь вот живет. Ну ладно, ладно, ладно. Ну, короче, это для выставки специально заварено пластиковой да. сваркой. Не, мне просто это положение неудобно поворачивать. То есть обшивки те же, рычаги те же, приборки те же, основной набор клавиш управления тоже. Клавиши будут всегда, все, естественно. Не а что с кондиционером? Это не база? Кондиционер это не база, это опция. Он, получается, будет находиться за вами. Ну, вот, соответственно, там в каталогах есть, как он выглядит. Ну, два режима, по сути, там, мощнее, сильнее. Там, понятно, что кондиционер будет выглядеть как кондиционер, главное, что он есть. Да. А вот при... только при заведении двигателя, да, индикаторы включаются? Нет. Или они пока еще на тестовом? Кнопочку на них нажми, и они... все. Вот что надо было только, сделать. Только при включении зажигания они уже в единую сеть объединяются, то есть аккумуляторы параллелятся при включении зажигания. Угу. А так понятно. Идет основной расход с основного аккумулятора, а второй, соответственно... Понятно. Второй спит. Да. Солдат спит, служба идет. 96. USB-шки. USB-шки. Да-да-да. USB-шки с подпружинкой. Неплохо. Так, с этим понятно. Разобрались. С обдувом. Обдув есть и слева, и справа. Подстаканники только справа. В принципе, это очень практично. Здесь держатель для воды, а там подстаканник. Разные вещи, я согласен. Да, между прочим, там для штурмана, а здесь для пилота. Индивидуальный свет для водителя и пилота. У нас люк теперь один большой. Сверху включение света, USB-розеточка. Емкости для всяких штучек. Это датчик вебаста, да? Ну, подогревателя веба. Да, да. Здесь и беспречер стоит или вебаст? Ну, здесь стоит вебаст. Датчик вебаста. Так, сиденье. Вот что я еще не сказал. Сиденье у нас регулируется. То есть людям с короткими ногами, как я, или как-то что-то там говорят, коротким бывает что-то там, а это не так. В общем, с умеренной длиной среднего роста. Можно даже сделать так, что будет тесновато. То есть к вопросу, могут ли женщины и люди невысокого роста водить шерпен, конечно, могут. И у меня есть. Даже пассажиры невысокого роста могут ездить. Да. Комфортно. Вообще шикарно. Класс, класс. Так, а если регулировка спинки? Если я полностью отодвигаю сиденье назад, то я сижу с вытянутыми ногами. Вот это жизнь. Так, спинка. Плохо я подготовился. Но я все время так делаю. Слева. Видимо, какой-то секретик есть. Может быть, ее зафиксировали в сервисный режим? Нет. Нужна помощь Саши. Так, что здесь еще? Ремни. Все, ее надо нажимать вниз. Немножко нестандартное решение, но достаточно. Да, все. Не надо ее тянуть, пытаться оторвать или покрутить.
спокойненько нажимаем вниз. Кстати, при такой компоновке, когда нету слишком много свободного места, можно даже нажать кулаком. Не обязательно туда пальцы. Шикарно. Вообще шикардос. То есть к вопросу о... Во-первых, есть место. То есть для тех, кто имеет какие-то там проблемы со спиной или еще что-то, можно сиденье сделать и анатомическим. Вообще не проблема. Теперь место позволяет. Это хорошо. Не очень удачный пример. Померим от лесенки по перемещению. Максимально придвинутое вперед сиденье по подушке — это 50 сантиметров до переднего борта у правой ноги и 10-12 от левого колена до панели приборов. При этом я спокойно нажимаю педаль сцепления, и у меня еще есть место, то есть я не упираюсь никуда. Это максимально придвинутое сиденье вперед. Сиденье отодвинуто максимально назад. Расстояние 66-67 сантиметров. То есть диапазон продольной регулировки порядка 16 сантиметров. Это неплохо. У меня нет с собой транспортира и угломера, но можно просто поверить, что те, кто любит водить по вертикальне, ну так сидеть не очень удобно. Вот так все-таки удобно. В общем, спинка ставится под 90, да, вот тебе виднее? Ну, примерно. Примерно 90, и наклон градусов 30 назад. Это тоже есть. Для обеда. Для чел-аута. Да. Друзья, мы переходим в десятку. По поводу КПП. КПП шестиступенчатая. Задняя передача включается вперед. Сейчас мы ее включать не будем, двигатель не заведен. В общем, оставляю на какой-то передаче, на ручнике. Ручник, ручной тормоз здесь есть. Под нами вижу я отопитель, теперь он по центру. Соответственно, дуть будет четко вперед. Ну и пойдем мы в сторону десятки, более-менее. Все, мы тут отсняли, отсмотрели. Ну, окей, раз уж я с рулеткой, давай померим ширину. Ширина в районе коленок водителя и пассажира 117 сантиметров. Очень даже прилично. Ширина полки 46. То есть спокойно лежит локоть. Можно сюда различные сделать надстройки, крепления, там под навигацию, еще под что-то, кому что требуется, что удобно. Очень удобно встанет вот сюда, вот прямо. Система охлаждения. Значит, как уже привычная нам, две крыльчатки вентилятора, то есть одна нагнетательная, другая выдувающая. Вот, ну, есть как бы две новые фишки. Во-первых, он приводится гидравлически, соответственно, скорость вентилятора меняется от оборотов двигателя, вот, что более логично. Во-вторых, она двухскоростная. То есть есть первая скорость регулируемая, которую, соответственно, покрутив барашек на заведенной машине, можно выставить скорость вентилятора комфортную, да, то есть и создать в салоне либо большее разряжение, либо большее нагнетание. То есть, соответственно, печка. Только надо выйти, решеточку поднять, как бы, да, и подать больше тепла. Вот. И, соответственно, в случае, когда вездеход начинает там либо интеркулер, либо основной радиатор начинает повышаться температура больше, чем необходимая, то срабатывает электрический клапан, включается, соответственно, кратковременно вторая скорость, она включается буквально там на 15-20 секунд. То есть моментально машина просто продувается, остужается, и он обратно переходит на первую регулируемую скорость, которая делает комфортную температуру в салоне и в моторном отсеке. Но при этом есть еще и зимний вентилятор, да? Да, вентилятора также по-прежнему двое. Здесь схемка, в зависимости от того, какой ставится, с номерами, соответственно. Но опять же, за счет того, что она регулируемая, то есть сейчас стоит до сих пор вот еще и летний вентилятор, он как бы даже в жару абсолютно комфортный. То есть ты скорость в нем понижаешь просто и все. Ну это понижаешь, что едешь, понижаешь или настроил вот? Не, настроил все на, там, на несколько дней, да, на сезон. Да, да, да. Ну ты можешь, нет, там, не знаю, хоть каждое утро настраивай, без разницы. То есть ты просто на заведенной машине крутишь регулятор, соответственно, и у тебя меняется скорость вентилятора. Визуально прям видно, что вплоть до полной остановки. Что мы сделали с десяткой? Мы десятку
поменяли трансмиссию, теперь она имеет автоматическую коробку передач. В ней также, соответственно, остался демультипликатор, его мы тоже заменили на большее передаточное отношение. Вот, то есть теперь у нее есть 6 передач в автоматической коробке передач, плюс и, соответственно, пониженная передача, вот, которая ей теперь практически особо и не нужна. Это глобальное как бы отличие от предыдущих семейств десяток. Соответственно, в ближайшее время готовим к серийному выпуску уже десяток с автоматическими коробками передач. Ну, эта машина, соответственно, боевая уже, как бы она проверена, проезженная. Плюс мы на ней установили грузовой транспортный модуль. Ну вот, да, это уже видавшие виды десятки. Она уже даже засвечивалась в ваших видео. Вот, и про модуль пойдемте как раз расскажем сзади. Там уже он как раз обжитый. Вот, модуль он полностью автономный, то есть он дозаряжается, у него свои аккумуляторы, он дозаряжается от вездехода в движении, либо можно дозаряжать от аккумуляторов. Вот, модуль он был экспромтом, то есть изначально сам Кунг, это наш сертифицированный пассажирский Кунг, то есть он имеет каркас безопасности и рассчитан под перевозку 18 пассажиров. Да? Мы его, соответственно, модернизировали в жилой модуль под цели нашей поездки. Вот. Значит, высота у нас сейчас такая ограниченная, она примерно что-то там в районе 1,80 м, но опять же это экспромтная высота, на самом деле под нами почти 10 сантиметров как бы пространство пола, то есть нужно просто пол будет опустить, то есть в серийной машине, если будет необходимо жилой модуль, естественно, как бы такой темы не будет, что потолок низковат. Значит, базово здесь получается 3 спальных места. Вот, четвертое спальное место может быть опционально здесь. Вот. Рундучки. Такие тоже сейчас пока они небольшие. Соответственно, в серию планируем более широкие. Значит, по техническому оснащению. Значит, у нас получается... Вот здесь вот так вот плохо видно, но как-нибудь. Значит, у него штатно 2 аккумулятора, соответственно, дозаряжаемых. Вот, включаем либо первый, либо второй. 220 вольт по необходимости. Вот, панель управления, соответственно, проходные выключатели света. То есть можно включать свет основной, дополнительный. В кухонной зоне, соответственно, рукомойник, газовая плита. Есть душевая зона. Коврик уберем. И проберемся в душевую зону. Вот здесь у нас везде кавардак какой, или как это, технический беспорядок под выставку. Да, соответственно, поддон душевой, рукомойник с выдвигающимся душем, бак под техническую воду 120 литров с обогревом. То есть бак догревается жидкостным утеплителем до 40 градусов, то есть комфортной температуры. То есть не нужно регулировать горячее и холодное, то есть она комфортная, всегда датчиком температуры догревается в любое время. Также здесь шкафчик, соответственно, под вещи есть, довольно-таки большой, дополнительный. Люди высокого роста могут высунуть голову в люк, когда принимают душ? Ну, в точку, именно так мы сами и делали. Вот, соответственно, в автоматическом режиме включается обогрев, если необходимо, бака. Насосы, все это в автоматическом режиме включается. Соответственно, USB-порты по всему вездеходу. Ну, там за спиной ближайший, здесь, соответственно, тоже USB-порты для зарядки. Вот, есть, соответственно, индикация заряда аккумуляторов. То есть смотреть, чтобы остаточная. Ну, есть там всякие вот такие длинные. Вот, шкафчики. Вот стол, соответственно, убирающийся выдвижной. Вот, в общем-то. Ну, как бы, опять же, то есть модуль строился без какого-либо ТЗ, то есть мы строили модуль фактически сами себе под свою же поездку. Вот, ну, поскольку сейчас надо там показывать «Радуй людей», ну, она, у нас машина отправилась вслед за презентацией Энки, решили ее взять с собой и показать тоже определенным людям. Как съездили? Неплохо. Даже не помяли, не поцарапали. Да, я сам. Лайтово. Да. Хорошо. Так, давай в кабину зайдем. Да. Красивый. Вот, то есть это наша боевая машина. Ну, как бы самое главное отличие, что раньше вот здесь была переключалка скоростей, было 3 педали, теперь педали осталось 2. Вот, соответственно. Соответственно, появился вот такой вот. Да. Ну, это опять же сейчас опытное изделие.
Жесточайший переключатель. Жесточайший, да. То есть он, ну, по принципу он будет такой же, соответственно, электронный селектор переключения. Панелька сейчас вот эта вся поменяется, в ближайшие там 2 недели он заказан с производства должен прийти. Вот, в остальном, в принципе, панель сейчас выглядит максимально близко уже к серийному. Вот, пока еще нет в серии, на этой машине обкатываем тоже обдув стекол. Ну, сейчас в ближайшее время на десятках и в серии это пойдет. Ну, здесь опять же есть там дополнительные, допустим, замеры температуры, которые на серийной машине просто выведены в качестве индикации. То есть в случае перегрева трансмиссии, в случае перегрева гидравлики, то есть у пилота просто загорается лампочка соответствующая о необходимых действиях. То есть, да, то есть перегрели трансмиссию, значит, снижая обороты, да, перегрели гидравлику, там, снижая обороты, либо вентилятор проверь, крутится ли, потому что гидравлика имеет свою систему охлаждения, она перегреваться вообще в целом не должна никогда. Что, в общем-то, у нас тесты показали. Ну, соответственно, если появилась вода в лодке, индикация, да, то вручную включаем трюмные помпы в принудительном режиме. Вот. Раздатка, соответственно, поменялась с пневматического переключения на сервопривод электрический. Вот, поскольку перешли на другую раздатку. Вот. Салон по пластику. Это как раз-таки старый салон еще, как бы, да, то есть сейчас уже пластик стал более благородный. Сзади у нас там кавардак. Вот. Шкуры тоже еще старого образца. Вот. Боевая машина. Сиденья только новые поставили, штурвал красивый кожаный надели. Штурвал-то огонь. Вот, это вот, ну, штурвал как раз от серийной машины. Ну, вот. То есть мы обычно здесь катаемся штурвалом, увешанным кнопочками, чтобы включать всякие функции, которые надо проверить. Понятно. Хорошо. Спасибо. Кожа какая на руле? Две особенности, о которых следует упомянуть. Первое. Sherp N имеет межсервисный пробег 250 моточасов. После обкаточного первого ТО на 50 часах. Следующие и последующие обслуживания через 250 моточасов. Здесь нету натяжителей цепей. Здесь не надо ничего смазывать, ничего регулировать. Надо бы ездить 250 моточасов, а потом приезжать в Шерп-клуб на обслуживание. И вторая особенность вездехода Шерп-N. Да, пуш, написано же пуш. Если открыть вот так вот двери, снять имеющиеся здесь сиденья, убрать коврик и вот этот огнетушитель, то сюда входит палет целиком. То есть, да, его можно поставить обычным погрузчиком.